Шутника, который сегодня утром сообщил о бомбе на ЖД вокзале, уже задержали. К счастью, минирование оказалось ложным. Звонок поступил в дежурную часть в 10:41. После него с территории вокзала эвакуировали всех сотрудников и пассажиров, а на месте начали свою работу оперативники, взрывотехники и кинологи. Киев мне надо ехать. Вот. И я как-то хотел уже купить, мне сказали, что то есть, закрывается, выходите. Затишье собираюсь поехать. Ну что это такое? К маме 91 год, поехать не могу.